Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим с вами шов по Донати. Достаточно простой косметический шов. Значит, все, что нам необходимо, это сделать вкол в коже, выколоться, как вам удобно, как вам угодно. Дальше мы втаскиваем иглу. После этого проводим нитку, насколько нам необходимо. Заряжаем в иглодержатель, делаем вкол. Вновь, так как бы вам показать. Делаем вкол и выкол. Также подальше от кожи, примерно на таком же расстоянии. После этого нам необходимо произвести перекол иглы. Вставить ее в... зафиксировать в иглодержатель, желательно ровненько. Да. После этого вкол в кожу рядышком с предыдущим проколом. И выходим мы непосредственно в коже. Протаскиваем иглу. И следующим нашим ходом также вкалываем в кожу и выходим на поверхность. Когда я говорю вкалываем в кожу, я имею в виду верхний слой кожи. Он будет помечен непосредственно по-другому на теле человека. После этого мы производим ушивание. Как вам удобно, вы можете использовать обычный метод с помощью рук, да, или с помощью зажима. Вот у нас получился шов по Донати. Один из косметических швов. На этом все. Спасибо. Надеюсь, был полезен и чертовски интересен.